Друзья, всех приветствую. Прошлое видео я рассказывал немного у этой машины. Я сказал, что у этой двигателя 195 лошадиных сил. Нет, я ошибся. У этой двигателя 197 лошадиных сил, 270 крутящих моментов. Двигатель V6 2.8 под названием M104. 4 клапана по каждой цилиндре. Работает отлично. Сейчас будем замерить разгон до 100 км в час. Машина 93-й год. Стоит диски 16, заводские. Машина не мытая, потому что недавно у нас был дождь, поэтому на таком состоянии. Друзья, вот мы здесь на трассе. Вот посмотрите здесь. Многие путают, что это спортивный режим. Этот S не спортивный режим, это стандартный режим. А вот здесь еще есть вот этот Е, этот уже экономный режим, не путайте. Данный кузов 124-ки, нет спортивный режим. Друзья, начинаем!